Выставка копий «Холст Ван Гога» была создана в Ставрополе и уже год путешествует по городам России. С конца декабря она гостит в Рязани, в Музее истории молодежного движения. Здесь посетители могут увидеть, как менялся стиль художника. Вначале это была классическая голландская живопись в темных и землистых тонах. А когда Ван Гог переехал во Францию, его картины наполнились солнцем, светом и золотом пшеничных полей. Очень любопытные работы, которые показывают нам крестьян во время работ или во время эти знаменитые едоки картофеля, во время вечерней трапезы, то тоже, пусть эти работы уже, наверное, можно определить как жанровые, вот, но они тоже совсем по-другому заставляют нас подумать о таком художнике, как Ван Гог. Винсент Ван Гог – один из самых популярных мировых художников. Интерес к его творчеству с годами только растет. За 10 с небольшим лет он создал более 2000 произведений. Собрать все самые знаменитые полотна в одну выставку не представляется возможным. Но главные произведения Ван Гога на экспозиции представлены. Это и знаменитый автопортрет, и подсолнухи, и не менее известные синие ирисы, среди которых только один белый. Есть такая точка зрения, ну вот один такой вот белый ирис затесался среди вот своих другого цвета собратьев. Но есть и другие трактовки, что вот Ван Гог вот свою такую какую-то инокость, особость он ощущал, понимал, вот это некое отчуждение от окружения. Большинство критиков не замечало Ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет, которому предшествовали годы тревог, нищеты и расстройств рассудка. Сегодня работы художника являются одними из первых в списке самых дорогих картин, когда-либо проданных в мире. Шедевры находятся в музеях и частных коллекциях разных стран. Даже репродукции, вывешенные в музейных залах, уже сама какая-то атмосфера несколько другая, чем просто полистать в интернете. Более того, репродукции действительно они высокого качества, и если даже вот чуть от работы отойти, то, ну, условно говоря, можно видеть мазок художника. Несмотря на то, что не подлинники, посетители подолгу любуются знаменитыми портретами и пейзажами. Ведь это не просто картины мастера, а его жизнь в деталях и настроениях. Я как неискушенный зритель, если бы я не знала, что это репродукция, я бы даже и не поняла, честно говоря. Вот. И еще что понравилось очень, что под каждой картиной, буквально, да, вот Елена Васильевна сказала, что подробное описание каждой картины и... Это очень интересно. Выставка будет интересна и тем, кто узнал о творчестве Ван Гога из известной песни популярной группы. Самыми яркими цитатами можно сфотографироваться на фоне знаменитых картин. Алена Кукулева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».